вечер, уважаемые родители. Добрый вечер, мои дорогие ребята. Вот и настал тот час, в котором мы долго готовились, да, и ждали этого дня и вечера. Мы рады вас приветствовать на нашем последнем итоговом родительском собрании. Заключительном родительском собрании. Мы прощаемся с вами, с третьим классом. Ну, вот ребятишки уже здесь в дверях и ждут слова. Давайте им сначала вне программы, они у нас, так сказать, не будут с ним касаться. Ярослав.
Грамота вручается Андрею Ангелину. Грамота вручается Андрею Белоусову. Грамота вручается Бородину Екатерине. Грамотой награждается Аня Жулявина. И грамотой награждается Анатолий Храбов. И прочитать стихотворение. Вы отзывчивы и энергичны. Вы не подведете никогда. И с делами класса на отлично. Как никто, справляетесь всегда. Благодарность вы сейчас примите. Пожелания лучшие от всех. Радостно и счастливо живите. Пусть во всех делах вас ждет успех. Ура! Простите, Михаил. Благодарность вручается Глушанковой Светлане Юрьевне. Фадеевой Марине Ахмафуровне. Лобановой Светлане Сергеевне. Значит, Родина дорога под названием третий класс. Вот и лето у порога ждет к себе второй из нас. Лето нас зовет, лето против дел и зубов. Вот и кончится ребята, третий нас учебный год. Он и радостен, и труден, был для каждого из нас. Никогда не позабудет наш любимый третий класс. Контрольный отдых, учеба мелькают своей чередой. И мы уходящему году помашем печально рукой. Да, незаметно растут наши дети. Ведь совсем недавно мы отмечали с вами окончание первого и второго класса. И вот уже до свидания, третий класс. Взрослели, поумнели, словно розы расцвели. Знаний, навыков, умений много мы приобрели. Yeah.
чтоб от жизни не отстать, стал изучать другой язык, чтоб иностранцев понимать. Английский со второго класса учить заставила судьба. Учу я слов тяжелых масс, стирая пот рубой со лба. Мы английский изучаем, научились все читать, и в процессе наших встреч совершенствовали английский. Словом, всех не перечесть. Нам учитель говорит, чтобы грамотно
писать, надо много книг читать. Ну а в этом нам помог литературный любимый урок. Пусть у тебя сейчас внимание 10 рублей. Ты попросил брата дать еще 10 рублей. Сколько после этого у тебя останется? Пока останется 10 рублей. Петров, ты совсем не знаешь математики? Нет, Мария Ивановна, это вы не знаете моего брата. Почему-то я не наблюдаю желающих у доски рассказать домашнее задание. Что ж, самому смелому, кто выйдет первый, я поставлю оценку на балл выше. Я выйду точно первый. И сразу ставьте мне 3. Марья Ивановна, отпустите меня сегодня домой пораньше. Thank you.
На уроках музыкальных нас учили дружно петь, рисовать ключи, линейки, на соседа не глядеть. Композиторов различных вы открыли нам секрет. Без музыки отлично, прежней радости нам нет. Нас рисовать в школе научили, мы об этом не забыли, а урок зоны полюбили. Просто берем новый альбом, просто рисуем кисточкой в нем. Вот это дом, вот это сон. Речка бежит, дрова шумит, солнышко в небе будет светить. Просто и просто художником быть. Нам на уроке приходит Лея. Ох, и подпортила она нам жизнь. Да, не сейчас, старик послушай центр. Арсю, нет, каждый день мне в делах мешает лень. Ходит, словно хвост за мной, не дает нигде покоя. По всему наперекор вечно лезет в разговор. Вот пример. В трамвае едут, в обед, в гости к деду. Уйдет бабушка в трамвай, лень мне шепчет. Не вставай. Утром в школу собираюсь, не опаздывать стараюсь. Две контрольных впереди. Слышу шепот. Не ходи. Дома делаю урок, снова грустный на нем. Вижу пример на себе сам. Слышу шепот. Ты устал. Я хочу помыть посуду, подмести, убрать повсюду. Будет дома радость всем. Слышу шепот. А зачем? Лень – шаварное создание. Нет для лени оправдания в том, что сплю я целый день. Виноват не я, а лень. Очередной окончил класс. На мне широкая панама. Ура! Каникулы у нас. Я над учебником не плачу, науки ночью не грызу. Я еду в лагерь и на дачу. Гоняю гнячу, пасу козу. Все, каникулы солнечные дня. От недоученных уроков ты отдохни и от меня. Первый год много знаний дам. Заявляю, отучилась очень хорошо. С праздником тебя и поздравляю. Есть, на каникулы идем. Нечисли нас и сыты бьем. Будем петь и загорать вдвоем. Отдыхать душой, вам путем. Миша, не разговаривай с бабушкой.
скрыжовник. Ева, давай, один покажется по новому. Так, Ева, уйди маме. Марина, уйди Эдипа. Эдип, уйди бабушка. Уйди бабушка. Все, встали, бабушка. Ну, как спалось, что бабушка? Хорошо спалось, до 15. Класс, не скоро. Ждут нас игры, песни у костра, ждут походы.